Мисс Вселенная. Но Мисс Вселенная должна быть одна. Почему он может, как он может быть в России? Не очень понимаю. Оскар один? Один. Как может быть Мисс Вселенная две? Не очень понимаю. Ну, какую? Ну, у нас же, по-моему, проходят какие-то миссы там и прочие. Как сказать, я вот честно вам скажу, я сколько не смотрел этих конкурсов, конечно, да, красивые и достойные девушки, но вот это чисто мое сугубо личное впечатление. Ни одна из этих мисс не вызвала у меня, скажем так, такой эмоции, чем иногда бывает некая мадемуазель, подсмотренная где-нибудь на улице или в метро, просто увиденная, проходящая мимо. Она вызывает у меня гораздо больше эмоций и восхищения, чем те, кто ходит по сцене.